Итак, всем здорово, народ, приветствую всех на канале Game Dreams. Мы продолжаем проходить игрушку Resident Evil 8 Village. Погнали! Может, Роза здесь? Пятое января. Редник доставил одного мужчину, трех женщин. 28 января. Матерь Миранда. Встреча с госпожой Димитреску. 1 февраля. Герцог. Деловые переговоры. Это вот не разбивается. Отлично. Розу? Да, кровь. Мама, прими добычу. Дочки, вы так заботливы. А ну-ка, посмотрим. О, Итан Уинтерс. Ты сбежал от моего братца и его забав?
Ну, посмотрим, каков ты. Да, мама. Да. Уже начал подтухать. Тогда скорее пожрем его плоть, мама. Но это я его поймала. Не все сразу. Я сообщу матери Миранде. Но потом нам хватит на всех и каждую. Подвесить. Не надо. Что вы делаете? Что? О, подожду сколько хочешь, Итан Винтерс. Отпустите меня! Свора чокнутых ведьм! Вроде отмычку покупал, странно. Куда они забрали розу?
Мы снова встретились. Герцог, зачем вы здесь? Тут можно подзаработать. Удалось ли вам найти свою дочь? Нет. Если малышка Роза и впрямь тут, хозяйка замка наверняка держит ее в своих покоях. Логично? Димитреску? Она самая. Попробуйте поискать там. Вдруг повезет. Да и, кстати, купите что-нибудь. Вам что-нибудь подсказать? Ясно. Что-то еще? Ага. Что покупаем? Так любил приговаривать один мой друг. Вам сейчас явно не хватает денег. Все это инвестиции, Итан. Интересных приключений. Лабиринты Норштейна. Норштейн – искусный мастер 19 или 20 века. 19. На родине он считался еретиком. Он долго странствовал, пока не поселился в глухой деревне. Там Норштейн построил 4 лабиринта. Замок, дом на холме, водяное колесо и железную башню. Завершив их, он приставил пистолет к виску и покончил с собой. Лабиринты уникальны, и для управления каждым нужен особый металлический шар. В каждом находятся кристаллические кости, якобы останки 4 любимых жен Норштейна. Эти лабиринты – их могилы. Сюда пришел я. Где там? Вот, ага, туда нам надо. Один момент, сбегаем, попробуем открыть, сломать замок, точнее.
Винодельческие традиции замка Димитреску зародилась еще в каком-то там веке, задолго до появления нынешних его обитателей. Альсина Димитреску использует знаменитый, но необычный метод, чтобы усилить аромат вина и придумать ему насыщенный вкус. Ее лучшая марка – Sanguis Virginis, то есть кровь девственницы. Ее хранят в особой бутылке, украшенной серебряными цветами. Что ж тебе тут надо? Подставка для бутылки. Где ты там ее хранишь? Что, глаз какой-то, да? Винотека. Где же искать эту бутылку? Винт, 4 бюста ангелов. Так. Надо же как-то его включить. Так, ну-ка. Что надо? Тумбочку ты еще не продашь? Нет. Счастливо.
Что это за рычаг? Где же мне взять эту бутылку-то, а? Там закрыто. Странная херня. Ничего нету. Что нужно, блин, сделать?
Все, больше не открывается этот, да? Блин. Ищете что-то конкретное? Ну вот скажите, зачем мне это? Все это инвестиции, Итан. Давай так, что тут у нас вообще? Патроны дробовика, снайперские патроны, мины. Давайте дополнительный груз купим. А, вы это заметили? Что покупаем? Ха, спасибо за покупку, сэр. Так, а ну-ка, что там? Ну, кольцо с бордовым глазом. Глаза у нас нету там только в одном месте. В дверях. Каких дверях? А на другой стороны. Там вроде же пробовал. Почему-то не подходило. В смысле, так нельзя? Как можно? Стоп. Блин. Вот оно что. Давненько я мужиков не вскрывала. Я тебя повешу, вскрою глотку и буду смотреть. Взять живым или мертвым? Сам что выберешь? Я больше не могу терпеть. Блин, куда спрятаться? Ты станешь чудесным украшением нашего зала.
Серьезно? Может, нужно ее замочить? И? Может, сюда? Нет. Июня 1958 год. Отработала первый день в замке. Я была поражена, увидев, что здесь служат исключительно женщины. Мне строго-настрого наказали никогда не злить госпожу и ее дочерей. Весьма неожиданно. 23 июня 1958 года. Прошло 2 недели с тех пор, как я начала работать в замке, и мне боязно. Горничная Адела допустила ошибку, и мисс Даниэла полоснула ее ножом по лицу. А по ночам я слышу вой, будто призраки бродят по коридорам. Хочу домой. 8 июля 1958 года. Ума не приложу, что делать. За обедом юные дамы жаловались на жару и спертый воздух, и тогда я слегка приоткрыла окно. Они заорали: «Закрой! Закрой сейчас же!» Я боюсь, что меня отправят в подвал, откуда не возвращается. Ума не приложу, что делать. Просто ума не приложу. Так, ну тут можно и бутылочку где-нибудь найти, наверное. Закрыто, да? Надо как-то зажечь, наверное. Thank you.
Кандидаты. Ирина, Михаэла, Лоис, Ингрид. Забракованы. Дандора, Грета, Надин, Камелия, Бьянка, Мелина, Астрид, Людмила, Розалинда, Лина, Стефана, Габриэла. Ирина, здоровый аппетит. Михаэла, здоровый аппетит. Лоис, здоровый аппетит. Ингрид, нервозность, порой сильно встревожена. Не могу поверить, что Кассандра развела такой бардак.
красиво. Кровь нужно выжимать из еще живых. Так она гораздо слаще. Чем тебя зарезать? Кровь здорового мужика. Куда ты собрался, дорогой? Пули мне не страшны. Ты человечишка! Мое тело разрушается! Как ты смеешь скалить на нас зубы? Еще одну отвели в подвал. Она пролила суп. Все знают, что происходит в таких случаях. Ты исчезаешь без вести. Твою кровь выпьют, а проклятая душа будет бродить по коридорам. Я нашла ее, только кожа до кости. Она доедала труп крысы. Чую, мне недолго осталось. Такс. Дульный тормоз, ты где? Вот ты где. Пока, секундочку. Отлично. Входите, входите. У меня всегда есть новинки. Заходите, Итан. Должно хватить.
не нравится. По мне, так честная цена. У меня есть новинки. Так, ну вот это нам пригодится. Схема для патронов, для дробовика. Ясно. Что-то еще? Снайперки пока у нас нет. Так, Лэмми, а у нас там как оружие называется? А, М1897. Чё покупаем? Ха-ха, так любил приговаривать один мой друг. Сможете выкашивать толпы тут? А, Лэмми это пистолет, понятно. Давайте патрончиков. Хотя ладно, создадим сами. Заходите еще. Так, ну что ж, на этом, наверное, пока что и закончим. Следующая часть прохождения, как обычно, будет очень скоро. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Дальше будет только интересней. Ставьте лайки, народ, если вам не трудно. А у меня на этом все. Всем спасибо. Всем пока.